40 действующих лиц театральной истории Чувашии в одном издании. Масштабную работу по записи уникального видеоматериала провели «Чувашкино» и архив электронной документации. Проект «Театр на все времена» получил грантовую поддержку главы Чувашской республики. «Театр в лицах» – это уникальный проект Госкиностудии «Чувашкино». Он представляет собой видеотеку интервью народных артистов Чуваши и России. В своих интервью артисты раскрыли интересные факты из жизненного и творческого пути. Отлично дополняет фильм их воспоминания о том, каким было театральное закулисье на разных этапах. «Будущего нет без прошлого, ну и, конечно, без настоящего. Помнить надо? Да, надо. Это благородное дело, то, что вот сделан архивный диск замечательный». Создатели позаботились и о том, чтобы сохранить на память интерьеры театров Чувашии. Артистов записывали в привычной обстановке – на сцене, в зрительных залах, фойе. «Это как-то даже трудно представить, что это какие поколения могут прикоснуться к этому. И тогда действительно понимаешь значимость». Сегодня специалисты «Чувашкино» ведут работы по обработке и описанию видеоматериалов, чтобы подготовить их к широкому использованию. Следующий этап – создание документального фильма, который так и будет называться «Театр в лицах». «У нас сейчас собрался огромный пласт материала. Мы создаем фильм «Театр в лицах», который мы хотим презентовать на закрытии года театра в этом году, в декабре. И такой фильм, он уникальный тем, что он единственный в своем роде». Видеотека интервью размещена в читальном зале архива электронной документации. Обещают, что она будет пополняться новыми записями бесед с ветеранами театра и молодыми артистами. Доступ к видеотеке открытый. Наталья Мальчикова, Алексей Зотиков, Республика.